Приветствую всех! На канале учимся делать все. В этом мастер-классе будем делать вот такое вот колечко. Вот так она выглядит. Материалы, которые нам необходимы, это бусина. Бусина у меня идет, сейчас скажу. Таких бусин нам необходимо 24 штук. Вот бусина 4 миллиметра идет. А также следующий материал — это бисер. Бисер я решила такого же цвета, как бусина. Это вот для ремешка. Можно использовать бисер такого цвета для ремешка, который вот вставки стоит в середине. Такой же можно этот бисер. Получается, вот у меня в середине вставка бисер. Таких нам, если только в середине будете делать, то 6 штук всего лишь надо. А если и на ремешке делать будете, это будет зависеть от размера вашего пальца. Это как идея дополнительная. Я вам подсказываю. А также нам необходима ножница, лески общей сложности и на верхней, и полностью уходит. Где-то у меня ушло метр лески. Ну, это будет зависеть, опять же говорю, от размера вашего пальца. А также нам необходима зажигалка. И для удобства я буду использовать иголку для бисера. Теперь приступим. Для начала набираем 6 штук бисера, пропускаем и в конце делаем узелок. До конца пропускаем, потом узелок. После того, как сделали узелок, проходим через 2 бисера. Потом набираем 3 штуки бусин. Теперь бусинами будем работать. Проходим в сторону лески и через следующие. Вот в сторону лески и через следующие бисеры проходим. Вот. Теперь набираем 2 штуки бусин. Проходим через бусину, через 2 бисера. И снова также 2 штуки бусин. Проходим через бусину и через 2 бисера. Снова 2 штуки бусин. Повторяется у нас набор. Набор и прохождение. Через бусину и через 2 бисера. Теперь в этом месте будьте внимательны. Набор также получается. 2 штуки бусин. Проходим через бусину,
через бисер, не через 2, а через 1 бисер. Проходим. Потом проходим обратно через бусину с нашего набора, который до этого набирали. И теперь в этом месте набираем бусину, только вот одну бусину. Отсюда выходит леска. Мы проходим напротив, получается, бусину через бисер, бусину и через бисер, и через, сейчас я эту пропущу, и через эту бусину, где наша леска. И вот так тянем все это. Вот что у нас получилось. Теперь нашу леску выводим через бусину. И теперь в этом месте набираем бусину. Вот отсюда леска выходит, через следующую бусину проходим, снова набираем бусину, через следующую проходим. Наверное, вы уже поняли, эти пустые места мы заполняем бусинами. Вот последнюю бусину, последнее место заполняем, проходим через 2 бусины. Через 2 бусины прошли. И теперь вот здесь разворачиваем. Когда хорошенько тянете, вот так вот у нас образовывается снизу выемка, сверху вот такой вот бугорок. Теперь в этом месте набираем 3 штуки бусин. И вот отсюда выходит наша леска, получается, с левой стороны. В середине пропускаем бусину, через правую сторону проходим. Вот что у нас получается. Теперь нашу леску надо вывести здесь. Через наши бусины проходим. Сейчас развернула изделие наше. Получается, раз, два, три, четыре. Через 4 штуки бусин проходим. Вот. Здесь тоже набираем 3 штуки бусин. Три штуки бусин набрали. Точно так же здесь выходит леска с этой бусины. Пропускаем одну в середине и проходим через наши бусины. Через 3, 4. И сделаем узелок, где вам удобно. Таким образом, верхняя часть наши колечки закончилось, и мы должны сделать узелок. Я обычно люблю делать отдельно ремешок для колечки, отдельно от верхней части изделия, поэтому я в этом месте сделаю узелок. А вы, если хотите, можете дальше продолжать. Этим же леской можете продолжать, этой леской.
И после того, как я закончила свои узелки делать, я отрезаю начальную, тоже должны отрезать. И с помощью зажигалкой подпаливаем все это дело. Все подпалили. Вот так и вот так. Вот я в этом месте сделала узелок, вывела. В этом месте получается через эту бусину нашу леску. И теперь набираем 5 штук бисера. Вот получается 5 штук бисера набрали. Проходим в сторону лески. Через эту нашу бусину. Потом через пятерку бисера снова проходим. Для того, чтобы сделать крепче все. Так сказать, по кругу проходим. И через нашу бусину проходим. И вот что. И должны пройти через 4 бисера. Вот через 2. И через еще 2 бисера. Таким образом, из 5 бисеров через 4 проходим. Вот если заметили, через 4 прошли. Теперь набираем 3 штуки бисера. Если до этого набирали 5, в данном случае 3 штуки. И следующие наши наборы будут по 3 штуки бисера. Здесь у нас леска с этой стороны находится. Вот. В сторону лески через 3 штуки бисера проходим. И обратно через наш набор 3 бисера проходим. И такой набор снова должны делать. Повторяемся. 3 штуки бисера. Проходим в стороны нашей лески через 3 бисера. И проходим обратно через наши 3 бисера. Таким образом, по такой схеме должны доплести. Вот так я вот заплела. Теперь проверяем, если размер подходит. То здесь набираем, вот здесь получается 3 штуки бисера, набираем 1 бисер, проходим через нашу бусину, через эту вот бусину проходим. Потом здесь набираем снова бисер, проходим через 3 бисера. И вот так соединение получается. Здесь 3, по одному набрались с двух сторон. И через бусину проходим. Тянем. И по кругу еще раз можно пройти. Для того, чтобы хорошенько зафиксировать наше плетение. Конечное место.
и потом делаете узелок там, где вам удобно. Где вы видите, там и сделайте узелок. Я уже делаю узелок. Сделайте узелок именно в таком месте, где не будет касаться пальца. Потому что если на самом ремешке сделаете узелок, то она будет давить в этом месте, потому что она будет касаться ваших пальцев. Отрезаем и с помощью зажигалки подпаливаем. Вот таким вот образом мое колечко готово. Вот так свободно оно выглядит. Попробуйте. Если вы еще не подписаны, жду от вас подписок, а вы ждите следующих моих мастер-классов. Всем пока!